Приветствую вас, коллеги. Зовут меня Рокало Вячеслав. Я занимаюсь отделочными работами в городе Бресте. Хочу с вами поделиться кое-какими своими наработками в области пылеудаления. Не секрет, что пылеудаление, шлифовка стен для отделочника является самой кропотливой и ответственной работой, потому что финишные отделки – это максимально, так сказать, показывает результат твоей работы после шпаклевки. Так вот, а еще более проблематично – это когда потолки, потому что потолки – это работа на высоте, потолки бывают различной высоты, здесь у нас трехметровые. Поэтому для того, чтобы это сделать максимально качественно, максимально быстро, компания Festool немецкая разработала пояс-держатель. Я очень благодарен этой компании, инженерам, действительно. Это почему-то неоправданно мало про нее говорят и мало про нее показывают, даже в Европе. Этот пояс, он действительно имеет право жить. Я сегодня это все покажу. Значит, пояс, у меня есть обзор именно по этому поясу. Я коротко повторюсь, значит, здесь у него есть уплотнение, все очень легко фиксируется, как монтажный пояс. Здесь у нас на различную, значит, высоту можно регулировать сам вот нижний пояс, где у нас именно становится штанга. Вот. Потом в комплекте идет телескоп, он состоит из трех разборных удочек. Если кому-то надо, можно две поставить, можно три. Плюс идет такая ручка, штанга наставится. Для того, чтобы можно было удобно держаться, тоже на различную высоту есть специальный фиксатор, где он это все регулирует. И посмотрим, как в деле. Значит, я сейчас надо свет включу. Денис, где свет тут? Сейчас. Где там? Где тут? Вот, это, вот. Вот так? Угу. Все. Значит, вот так мы придумали. Значит, в такой вот версии, вот в такой работе, есть один небольшой минус. Высота большая, человеческий глаз, он не видит этого всего. То есть мы можем визуально какие-то моменты, какие-то такие грубые моменты поснимать, а уже более тонкие мы уже отдельно дорабатываем. Или отдельно дорабатываем с турбушки, именно планок сам, на самом коротком колене, или же работаем миркой, дорабатываем, или же ручным шлифблоком дорабатываем. В углах, естественно, тоже вручную, но какие-то большие моменты, какие-то большие косяки, мы можем быстро это снять. Я сегодня вам это все покажу. Значит, ставим на угол. Надеваю блок сюда, специальный кожаный снизу, ну, удобно. Вот ручка, она уже под меня подрегулирована. Сразу прижимаю к потолку, потому что если не прижать к потолку, можно сделать запил. И контролируем, все плотно держим. Не допускаем вот таких изломов, потому что вот этот излом, он у нас делает запилы на шпаклевке, что потом надо или дошпаклевывать, или же перечищать. Приступим. Сами убедиться, этот пояс, он работает, но повторюсь, к нему еще надо приноровиться. Я еще сам как бы разрабатываю, как это все удобнее. Но если потолки у нас стандартные, где-то
2,50, 2,60 с этим поясом можно работать очень хорошо. Я знаю ребят, которые просто работают вообще без пояса, они просто с руки шлифуют очень хорошо. Скорость однозначно мы увеличиваем на процентов 10. Самый большой минус, который, опять же повторюсь, это запилы. Вот это самое внимательное надо быть. Какие-то в общей сложности что-то снимаем, опять же потом дорабатываем. Поэтому вот такая вот система. Еще одно добавлю, очень хорошо шлифовать ночью. Ночью более четко видно, потому что так в целом не видно. Вот, такая вот информация, ребята. Все, всем пока, увидимся, до новых встреч.